Отдельный привет тем, кто смотрит нас в записи в социальных сетях. Понимаем, что основная часть, наверное, то, ради чего все собираются, это рассказ Елены Федосеевой о Roadmap 3CX, про то, что нас ждет в будущем, то, что всех максимально волнует. Но, конечно, и о прошлом тоже поговорим, подведем итоги года. Часть Елены про планы на 2022 год будут во второй части нашей встречи. Так что, наверное, те, кто немного задерживаются на самое основное, самое интересное, все равно попадут. Ну, а я тогда уже начну прямо сейчас. Уже в Москве, ничто не мешает начать. Да, у нас такая новогодняя встреча, атмосфера в чате конференции 3CX соответствует. Всем привет, Елена, вам тоже. Добрый день, коллеги. Добрый день. Сразу предупрежу, что ближе к концу нашей встречи, пока будем подводить итоги розыгрыша призов, квиза, любой желающий, присутствующий в чате, любой партнер тоже может выступить, если хотите сказать пару теплых или не теплых слов в преддверии Нового года. Ну, давайте начнем. Сначала я подведу некоторые итоги года, который заканчивается, 2021. Хочу сказать, конечно, огромное спасибо всем партнерам, кто был с нами, с кем мы вместе работали, прорабатывали проекты и достигали результатов по направлению 3CX. На данный момент 77 партнеров у нас сделали продажи в этом году, это только в России. Также еще некоторое количество добавляется в других странах. 27 уже подтвердили свои статусы на 2022 год. Это, конечно, хорошо, но может быть и лучше. У нас еще есть время, целая неделя для того, чтобы это сделать, к чему всех призываю. Конечно же, отдельно хочется поздравить компанию «Деловой разговор», титановый партнер и, насколько я знаю, по результатам лучший партнер во всей Восточной Европе на данный момент. Ура! И двух наших платиновых партнеров, которые, как я вижу и знаю, находятся сегодня на встрече, зашли в чат, компании УМД и Omniline. Возможно, еще будет третий. Ждем результатов по итогам года. Так что лишний раз, пользуясь этим случаем, всех призываю попробовать улучшить свои результаты, не откладывая это уже на 2022 год, сделать это в этом году. И напоминаю, что, конечно, при желании ничто не мешает вам, как партнерам, закупить какие-то лицензии на сток, чтобы получить баллы и повысить свой статус на весь 2022 год. Отдельный привет 16 новым партнерам, с которыми мы начали работать в этом году и которые сделали первые продажи по 3CX, реализовали первые проекты. Надеюсь, кто-то из вас тоже в чате есть. С вами тоже поздороваемся. Ну и не могу не отметить, что традиционно, конечно, партнеры 3CX работают с заказчиками не только в России, не только в странах СНГ, но и по всему миру. Опять же, в этом году тоже продажи были более чем в 10 странах мира. Если традиционно случаются продажи, например, в Прибалтику, в Молдавию, в другие страны, где много русскоязычного населения, Узбекистан, то есть и более экстравагантные случаи, такие как, например, Ирландия. Так что мы ничем не ограничены, ни географически, ни физически. Так что этими возможностями, конечно, тоже можно пользоваться. Не могу не рассказать отдельно про самые интересные крупные проекты, которые были реализованы в этом году разными партнерами. Самые разные компании из России, из Казахстана, из других стран. Московское метро, такие известные бренды, как Керхер, Вов. Много было гостиничных проектов, например, Новотель во Владивостоке. Крупные интернет-магазины, такие как «Казань-экспресс», финансовые компании и другие крупные известные бренды, ну, АФК-система, «Ресс-лизинг» и так далее, так далее. Так что по сферам мы никак не ограничены, можно буквально в любой сфере бизнеса, экономики использовать наше замечательное решение 3CX для того, чтобы повышать свою эффективность и качество коммуникаций. Делитесь своими историями успехов, своими кейсами. Мы это все публикуем, рассказываем. Ну, а партнеров, которые это делают, ждут также, естественно, от нас подарки, бонусы. Ну, вот как раз в ближайшие дни должны опубликовать проекты из Владивостока, ну, в том числе как раз вот Новотель. Подарки уже отослали, партнер не обижен, может, если что, подтвердить, что мы свои слова в этом плане держим. Для статистики циферно всего 112 новых проектов мы закрыли за этот год. То есть 112 компаний от мала до велика стали довольными пользователями 3CX за этот год. Ну, чуть меньше, чем по одной за рабочий день. Партнеры с компании Omniline интересуются, будем ли мы сегодня разговаривать про деньги, кто на что заработал. Если хотите, можете раскрывать информацию о своих заработках в чате, если вам это позволяет ваша корпоративная культура. Мы о чужих деньгах говорить не будем напрямую, но, конечно, так или иначе финансов касаться будем. Сзади меня логотип компании Epimatica, на что обратили внимание, это правда. Давайте перейдем к следующему слайду. На самом деле приятно, что такая веселая, задорная атмосфера в чате. Надеюсь, потом голосом видео тоже партнеры подключатся. Не могу не заметить по региональной структуре продаж. У нас
Больше 90% продаж 3CX случились в России. Относительно большая доля Казахстана и совсем маленький процент в Кыргызстане и в Беларуси. Это 4 страны, где мы, как IP-матика, в принципе, работаем на данный момент с этим брендом. Надеюсь, что в следующем году еще Узбекистан подключится. Ну, это посмотрим. А пока так. Хочу пожелать всем партнерам, коллегам из стран СНГ, чтобы все неурядицы, может быть, проблемы, которые были в экономике, связанные с пандемией, и другие сложности, наконец-то уже закончились, и мы могли также успешно расти и в Кыргызстане, и в Беларуси, и в Казахстане, и в других странах. Если нужна будет какая-то помощь, поддержка, обращайтесь, мы всегда, всегда рады всем помочь, в том числе, естественно, и коллегам из ближнего зарубежья. А на этом месте как раз должен напомнить, зачем, собственно, IP-матика может помочь, чем мы занимаемся. Как я сказал, на данный момент мы дистрибьюторы 3CX в 4 странах, но при этом, конечно, вы как партнеры можете продавать и в другие страны заказчикам. Здесь какого-то жесткого запрета нет, так что это больше про нас, чем про вас. К нам вы всегда можете обратиться за технической поддержкой по тикетной системе support@ipmatica.ru, естественно, бесплатно, или по телефону в рабочее время московское, добавочный номер 2, вы попадаете в техподдержку и можете получить ответ на ваши технические вопросы, связанные с 3CX. По коммерческим вопросам всегда можете писать, звонить мне по вопросам лицензирования, просчетов, того, как получить большую скидку, как лучше что-то посчитать, как сделать выгоднее для себя и для клиента, как больше заработать. По ресейловой поддержке, по разработке проектов обращайтесь нашим специалистам на presale@ipmatica.ru. Наши инженеры и менеджеры помогают, и это особенно важно в каких-то комплексных проектах. Естественно, мы призываем не ограничиваться только ПО от 3CX. Можно заложить также любые телефоны, домофоны, любое оборудование, заработать намного больше и сделать заказчика намного более счастливым. Также мы помогаем защищать проекты ценой, так что присылайте проекты на регистрацию, чтобы получать более высокие скидки. Ну и если вам нужны маркетинговые материалы, вы, конечно, их в электронном виде можете скачать все с партнерского портала 3CX. На русском языке много разных материалов, отлично переведенных. Если вам нужно что-то физическое, распечатанное, может быть, вам приятно и хочется с живыми буклетиками ходить к партнерам, к заказчикам, чтобы их убеждать в наше решение, пожалуйста, без проблем, мы готовы поделиться любыми материалами. Также, конечно, мы проводим обучение, коммерческие, технические, сейловые, совместные вебинары. Мы и вас призываем тоже в этом участвовать. Если у вас есть потребность, просто заявляйте об этом. Мы готовы приехать к вам в город, провести какое-то мероприятие, либо для вас, либо для ваших сотрудников, для вас или для других партнеров, либо совместно для ваших заказчиков. Это все обсуждается, и уровень компенсации, и траты, конечно, мы все можем. Отвлекусь на секунду на чат. Вопрос у Олега. Как в следующем году заработать хотя бы в 2,5 раза больше в российских рублях на 3CX? Ну, вот, собственно, об этом говорим. Но, наверное, это все-таки как раз больше будет в части Елены, где как раз больше будем рассуждать о будущем. Я пока закончу своими слайдами, осталось немного. Какие у нас есть дополнительные возможности? Во-первых, напоминаю, что у нас у единственных в мире без привлечения остались бессрочные лицензии 32 Pro на стойке, которые мы продаем по очень хорошей цене. Буквально дешевле, чем две годовые лицензии 32 Pro. Ну а, соответственно, из бессрочной через трейд-ин можно сделать, по сути, двухлетнюю лицензию, как вы знаете. Так что предложение получается супервыгодное. А еще пока действуют акции от вендора, можно их бесплатно перевести на Enterprise. Так что, по сути, вы получите двухлетнюю лицензию 32 Enterprise по очень выгодной цене. Если у вас есть заказчики, которым это нужно, пользуйтесь, пока есть возможность. Мы будем продолжать программы поддержки новых партнеров. Обращайтесь, если кто меня смотрит, кто еще не работает активно с 3CX, пишите, звоните, расскажу, чем может помочь и как помочь вам лучше войти в партнерскую программу. Дополнительные скидки за регистрацию проекта, это я уже сказал на предыдущем слайде, конечно же, не только маркетинговая поддержка, но и пиар. Если у вас есть какие-то новости, какие-то поводы, какие-то вы сделали интеграции, пожалуйста, присылайте, мы все разместим на всех наших каналах. И в том числе размещаем на портале Хабр, и на CRN, и на других известных ресурсах. Мы, естественно, сами за это платим. Для вас это ничего не стоит, потому что нам, понятное дело, интересно продвигать решения наших партнеров с хорошими просмотрами, и чтобы коллеги из IT-сферы в целом были в курсе, знали про это. Компенсация расходов на продвижение предусмотрена, можем это обсуждать. Здесь мы не злые, нет такого, как у некоторых других производителей, вендоров со всего мира, что вы должны заниматься маркетингом и продвижением сами и только сами. Конечно, нет, это все обсуждаемо. Про совместные мероприятия, опять же, уже упоминал, мы только за, давайте их делать. За опубликованную историю успеха есть также бонусы, как я уже говорил, мы их
периодически отсылаем партнерам, и будем продолжать это делать. И ждите от нас интересных историй. Вот буквально завтра должна выйти, как я сказал, история успеха из Владивостока в отельном бизнесе. Почитаем, посмотрим фотографии, что там интересного получилось. Как раз там комплексный проект 3CX плюс Funvel. Ну, наверное, отели – это одна из таких сфер, где 3CX прям идеально ложится. Прекрасно применимая платформа с максимальной выгодой для заказчика, для партнера. Но, конечно, не только отелями едиными мы живем. Например, недавно рассуждали про решение 3CX для автодилеров. Ну и, конечно, для всех-всех-всех других сфер такие вот кейсы по сферам тоже есть. Если нужно будет, всегда найдем какие-то примеры, реферальные ссылки и так далее. И напоминаю, что поскольку в России уже год действует закон о том, что все ПО должно как бы облагаться НДС, чего не было раньше, у нас есть возможность работы по 3CX и через НДСное, и без НДСное юридическое лицо. Все абсолютно легально, никаких тут нет хитростей, обмана. Если у вас есть без НДСное юрлицо, вам и вашим заказчикам так лучше и удобнее, без проблем мы это можем сделать, просто имейте в виду, есть варианты и те, и те. Наверное, я здесь закончу, немножко помолчу и передам слово Елене. Я так понимаю, что переключение слайдов только у меня будет работать. Ну, вы просто мне сообщайте, я буду нажимать на следующий слайд. Хорошо. Коллеги, добрый день еще раз. Всем, кто только что присоединился, я хотела бы сразу один момент уточнить. Илья сообщил, что на стоке есть бессрочные лицензии 32 Pro, но обновить до Enterprise можно только годовые, поэтому имейте в виду. Хорошо. Я на самом деле рада нашей первой онлайн-встрече и надеюсь, что в новом году мы встретимся с вами вживую. К тому же основатель компании 3CX очень хочет поехать в Россию. Поездка планируется, но пока без каких-то точных дат, поскольку вы знаете, что беспредел в мире из-за коронавируса. Ждем потепления и погоды, и всего остального, связанного с здоровьем и свободным перемещением по миру. А со многими из вас мы уже общались, с некоторыми часто. Благодарю каждого партнера, который делится со мной переживаниями, иногда проблемами, идеями, и это очень важно, помогает мне сообщать менеджменту какие-то горячие точки, делиться новостями, сообщать о том, что нам нужно, да, российскому рынку, чего не хватает, потому что 3CX – это хороший продукт, но мы, конечно же, стремимся всегда к тому, чтобы его дорабатывать, и здесь только с вашей помощью это может произойти. Поэтому сегодня я, конечно же, напомню про главное обновление года в 3CX, расскажу про дорожную карту и о подарках, конечно, о самом приятном. Итак, начнем с обновления года. Я поделюсь с вами ссылкой на полный журнал изменений сейчас в чате. Если вы еще этого не видели в блоге на сайте 3CX, посмотрите, может быть, там есть что-то интересное для вас. Поделюсь основными моментами. Конечно же, улучшено качество аудио в приложениях и клиентах. Мы выпустили переработанный клиент 3CX, новое приложение для настольных компьютеров Windows. Также наши мобильные клиенты теперь поддерживают повторное подключение. И у нас разработана интеграция с Microsoft Teams. Собственно, для того, чтобы продвинуть эту функцию, сейчас и работает акция, когда вы можете предложить вашим клиентам обновить существующие подписки Pro до Enterprise. Как раз только в Enterprise доступна интеграция с Microsoft Teams. Насколько это актуально? Как много компаний пользуются Microsoft Teams в России? Напишите, пожалуйста, в чате. Угу. Не так много, но, наверное, какие-то из крупных компаний, скорее всего, да? Хорошо. Ну, я думаю, что какие-то еще вещи, которые актуально будут для России, да, об ожидаемых обновлениях я еще чуть позже расскажу, буквально пару минуток, о том, что уже есть и выпущено, это возможности чата для сайта, есть оценка чатов, интеграция с CRM-системами, поддержка MMS. Я поделюсь с вами сейчас ссылкой на публикацию в блоге, и я бы хотела сегодня сделать акцент на живом чате, потому что у нас было внутреннее совещание, аналитика, и компания понимает, что сейчас это очень актуальный запрос, живой чат для сайтов. 3CX будет в этом направлении развиваться. То есть то, что сейчас есть, это хорошо, но будет еще лучше. И я рекомендую вам сделать тоже на это акцент. Если вы планируете какие-то свои кампании, продвигаете возможности 3CX, попробуйте продвигать функции живого чата. К тому же это ничего пока не стоит. И, собственно, это никогда, скорее всего, не будет чего-то стоить. Это уже входит в лицензию как возможность дополнительная, да, к основному функционалу IP-ATS. Следующее обновление – это
стабильность приложений 3CX. Наверное, у нас есть партнер, который в этом сомневается. Да, я имею в виду Олег, Omniline. Но я надеюсь, что ваша проблема уже решена или будет решена. Напишите, пожалуйста, какая ситуация у вас. Связались ли вы с нашей техподдержкой? Помогли ли вам? Хорошо, здорово. И еще одна небольшая, но важная новая вещь – это глобальная панель поиска контактов. Очень удобно. Рекомендую вам посмотреть, если вы еще не пользовались этой функцией. Довольно полезно, особенно если действительно очень много контактов в компании. Гораздо удобнее искать необходимый контакт. И, Илья, пожалуйста, следующий слайд. Очень важный момент – это обновление FQDN точки активации лицензии 3CX. Она изменится в новом году, и 3CX очень просит вас, как партнеров, позаботиться о том, чтобы ваши клиенты обновились до 18-й версии. Я также поделюсь ссылкой на публикацию об этом в блоге 3CX. Для тех, кто еще пока не хотел бы переходить на 18-ю по каким-то причинам, либо у вас очень много таких клиентов, которые хотят остаться на 16-й пока и чуть позже обновиться, 3CX выпустил специальный патч обновления для 18-й версии 8А. Я также делюсь с вами ссылкой на информацию об этом. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы все обновились. Это очень важно, чтобы не было проблем с активацией лицензий, с безопасностью, с поддержкой, со всеми необходимыми обновлениями системы. Хорошо? И следующий слайд, пожалуйста, самый интересный, я думаю, очень актуальный для нас, для всех. Что у нас будет в новом году? Это очень интересные функции. Планируется дашборд для видеоконференций. То есть то, что есть сейчас у нас по звонкам, да, будет то же самое и для видеоконференций. Мы можем видеть, кто использует видеоконференции. Это будет довольно интересно для тех, кто предлагает 3CX для удаленной работы, для онлайн-образования, для инфобизнеса и так далее. Одно из интересных нововведений – это будет интеграция с Telegram. Пока нет точных дат, сроков, когда, но это есть в планах. Так же, как интеграция с Яндекс.Клауд. Я думаю, мы все с вами очень этого ждем, поскольку 3CX не предлагает бесплатный хостинг в России. Наше решение основано на DigitalOcean, да, американской компании. Конечно же, их дата-центров в России нет, поэтому ждем возможности интеграции с Яндекс.Клаудом. Также будет функция чат-бота. Как я уже сказала, будет огромное внимание уделено тому, чтобы развивать лайв-чат. И, конечно же, будем идти в ногу со временем, развивать чат-бота и так далее. По лайв-чату напомните, пожалуйста, я поделилась с вами ссылкой уже о возможностях лайв-чата. Что еще я не сказала? Да, работа видеоконференции на локальном сервере. Полагаю, что все ждали этого в этом уже году. Не произошло по каким-то причинам. Сдвинуты сроки. И мы ждем этого в новом году, да, я надеюсь, что это уже будет действительно выпущено. Еще одна функция, одна интересная, это видеострим в YouTube. Если вы заметили, уже искали что-то в настройках видеоконференции, да, как, например, я недавно тоже это заметила, есть уже такая функция, но она пока в тестовом режиме. Вы откроете видеоконференцию, то вы увидите, что там есть уже YouTube-стрим. Он пока не рабочий, но будет скоро выпущен. Следующий слайд. Самое приятное – это подарки. Подарки. Что у нас уже выпущено в 3CX? Это бесплатное обновление с Enterprise, до Enterprise версии Pro. Пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. Предлагайте своим клиентам обновляться на несколько лет, производить расширение до Enterprise. И это будет действовать до окончания действия подписки. Да, существенная экономия для компаний, которые могут себе это позволить. Уже в этом году сроков окончания акции пока нет. Торопитесь. Следующий подарок – это обмен бессрочных лицензий на годовые с годом бесплатного использования. Думаю, что для некоторых это оказался такой сюрприз с какой-то пользой и с недостатком, да, в плане выполнения таргетов и прочего. Но для ваших клиентов на самом деле это очень хорошая функция и возможность. А провести трейд-ин, а пользоваться еще год бесплатно – лицензии той же емкости. Предлагайте, пожалуйста. Как вы знаете, 3CX в процессе отказа от бессрочных лицензий, поэтому мы активно всех стараемся настроить на переход под трейд-ин. Одна из самых главных подарочных вещей – это бесплатные лицензии вам, партнерам, которым мы очень благодарны за ваши старания продвижения продукта 3CX. Это бесплатные лицензии. Мы отправим вам эти подарки 6 января. Да, то есть это будет к Рождеству. Подарок зависит от
вашего партнерского уровня на как раз момент вот 1 января, да, то есть все годовые обороты считаются 31 на 1, поэтому, пожалуйста, поторопитесь выполнить свой таргет, и, соответственно, если вы партнер бронзового уровня, вы получите в подарок лицензию 4 Pro, если вы партнер серебряного или золотого уровня, вы получите в подарок 8, лицензию на 8 линий, платиновый 16 и титановый 24 линии. Лицензии будут сразу же активированы, вы можете уже сейчас подумать, кому бы вы хотели ее продать. Конечно же, вы сможете ее продать. То есть титановый партнер может заработать 845 евро. Неплохо, не правда ли? Конечно же, огромное-огромное вам всем спасибо. Делитесь со мной очень важными идеями. И я очень вас прошу продолжать это делать, потому что кто, если не вы, сообщит, что действительно нужно рынку России, как нам нужно развиваться. И я буду очень рада с вами встретиться в новом году. Да, и отдельное спасибо Илье, как я уже говорила, идеальных вендоров не бывает, да, но есть идеальный продакт-менеджер, отличная команда IP-матики. Большое вам спасибо. Есть, конечно. Во-первых, будет еще больше успехов в новом году. Наверное, на этой позитивной ноте попробую разыграть призы. Мы традиционно из года в год проводим такой полушуточный квиз про VCX. В этом году он будет не такой длинный и замороченный, как в прошлое, а достаточно короткий. Коллеги, в чате ссылка, на экране ссылка, если вдруг кому-то удобнее перепечатать символы с экрана, но, конечно, я думаю, проще навести QR-код или перейти по ссылке в чате. Существует ли телеграм-канал 3CX? Вопрос. Сколько я знаю, отдельного телеграм-канала именно 3CX не существует. Есть телеграм-канал IP-матика, где, как я вам по секрету скажу, большинство новостей публикуется только про 3CX. Там посты только про несколько брендов специально, чтобы те, кто кому интересно это направление, могли не читать лишнего. Так что подписывайтесь, собака IP-матика так и есть. И, кстати, тем, кто смотрит нас на YouTube, скажу, что вы там внизу, в описании ролика, можете найти все ссылки, которые упоминала Елена в течение сегодняшней встречи. Ну и ссылку на наш Telegram тоже там разместим. Друзья, надеюсь, все, кто хотел, перешел по ссылке в чате или по QR-коду, может быть, поделился друг с другом, мы можем начать. Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь плюсик, что готов, что все хорошо, и что мы сейчас класс сыграем целых 7 вопросов. Я пока не расскажу, какие подарки, потому что, во-первых, не знаю, сколько человек победит, во-вторых, не знаю, из каких городов и стран. Дистанционно или физически можно будет отдать, но обязательно будут. Это мы так и придем. Давайте попробуем. Вопрос номер один. Какую дополнительную скидку получает партнер и заказчик, покупая продление годовой лицензии 3CX на 5 лет? В процентах, естественно, здесь нужно написать. Вопрос без вариантов ответа, просто можно дать в свободной форме. Олег Агапов хочет выиграть новый MacBook Air за победу в квизе. Ну, посмотрим, можем ли мы за такие вопросы, которые должен знать каждый партнер, подарить MacBook. Вопрос номер два. Буквально по 30 секунд на каждый. Сможет ли клиент проапгрейдить продленную на 5 лет лицензию Pro до Enterprise бесплатно, если сначала он это сделал на 5 лет со скидкой, о которой мы говорили в первом вопросе. А теперь вспоминаем акцию, о которой рассказывала Елена. Будет ли это работать на таких длинных сроках даже если, например, это 5 лет? Тут, естественно, достаточно ответить «да, нет». Если хотите, можете какие-нибудь уточнения написать в форме. Почему нет? Обязательно почитаем ваши ответы. Вопрос номер три. Мы периодически рассказываем об интеграциях с различными CRM или PMS, которые делают наши партнеры. Вы как партнер тоже можете делать любые интеграции, доработки, дополнительные какие-то модули и предлагать их как бонусы вашим заказчикам или продавать за деньги. Мы о таком, естественно, с радостью рассказываем. Про интеграцию с какой из этих систем мы писали в 2021 году. С Bittrex24, с Creatio, с CRM Autodealer или со всеми тремя. Достаточно тут, я думаю, букву написать. Я пойму, что вы имели в виду. Думаю, времени достаточно, чтобы поставить букву в ответе. Вопрос номер 4. Герои какого долгожданного блокбастера 2021 года пользуются 3CX? Это реально кадр из фильма на экране, который вышел в этом году. Один из, наверное, самых ожидаемых фильмов 2021 года, который шел в кинотеатрах. А как он назывался? Там, если присмотреться, действительно, у них у всех на столах стоят телефоны Елены. Действие происходит в Москве в этом отрывке, но логотип 3CX на экране также прекрасно видно. Такой интересный, забавный, фановый факт. Подождем еще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Надеюсь, какое-нибудь кино вы вспомнили. Вопрос номер 5. Соответствует ли лицензия 3CX общим требованиям по российскому ГОСТ 31610.0/2014?
В целом тут тоже можно ответить «да-нет», ну или можете написать какой-нибудь развернутый комментарий, если хотите. Опять же, на вопросы «да-нет», наверное, много времени давать смысла нет, пойдем дальше. О, вопрос на ваши арифметические способности. Компания ООО имеет 6 офисов по 10 сотрудников, 4 офиса по 4 сотрудника и штаб-квартиру с 240 работниками. Технический директор компании уверен, что им будет достаточно 3 одновременных вызовов на 10 человек, то есть соотношение 3 к 10, и хочет закрыть все потребности одной лицензии 3CX. Какую лицензию вы ему посоветуете? Ну, имеется в виду, конечно, по количеству одновременных вызовов. Можете также по редакции тоже упомянуть. Интересно, что бы вы в таком случае посоветовали заказчику? Взять Enterprise, Professional или, может быть, стандарт? Так, полминуты прошло. Ну и завершающий вопрос номер 7. Как зовут главного русскоязычного тренера 3CX, записи уроков которого можно посмотреть на нашем YouTube-канале? Это, собственно, скриншот одного из занятий технического обучения 3CX также на экране. Здесь просто... Вопрос, конечно, написан специально, чтобы лишний раз упомянуть на том, что за этот год мы выложили на YouTube очень много материалов и, наконец-то, создали целый полноценный видеокурс от начала до конца по всем уровням Basic, Intermediate и Advanced, для того, чтобы можно было его посмотреть, если есть время, все понять, всему научиться и сдать любые сертификации по 3CX. Конечно, понятно, что, наверное, его надо будет обновлять в связи с выходом новых версий 3CX, но на данный момент все в целом актуально. Так что пользуйтесь и заходите на наш YouTube-канал. Тем, кто и так смотрит нас на YouTube, еще раз привет. Загляните в плейлист, там есть много технических видео тоже. Один из наших партнеров очень переживает, что не успел посмотреть на картинку с фильмом. Посмотрите, Евгений, сидит человек, разговаривает по телефону E-Link. Если вам это чем-то поможет. Ну и, собственно, на этом все. Давайте досчитаем до 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вот на этом моменте я нажал на кнопку «Скачать результаты». Соответственно, больше они приниматься уже не будут. Ну и очередь нашего квиза закончилось. Один Олег Агапов говорит, что это точно не «Игра престолов». Ну да, и это точно не фильм 2021 года и вообще сериал. Так что давайте быстренько пробежимся по ответам. Если продление покупать на 3 года, скидка 5%, если на 5 лет, то 10%. То есть годовые лицензии на несколько лет можно продлевать с дополнительной выгодой. Если новые проекты, также можно. Мы там от себя, от эпиматики тоже это немножко спонсируем. Мы про это писали, акция открыта у нас на сайте. А можно ли расширить до Enterprise прошку, если так сделать на 5 лет? Да, конечно, можно, на любой срок. CRM-системы, конечно, все вышеперечисленные, потому что интеграции много, новостей много. И пользуйтесь этими возможностями. Фильм этот «Не время умирать», просто в просторечии Джеймс Бонд, последний фильм с Дэниелом Крейгом. Пятый вопрос, если честно, вообще не имеет смысла. Я думаю, вы все ответили просто нет, потому что тот ГОСТ относится вообще к взрывозащищенному оборудованию, никакого программного обеспечения 3CX. В шестом вопросе, если посчитать на калькуляторе, там получается 96 одновременных вызовов нам достаточно. Ну и, наверное, я бы рекомендовал лицензию Enterprise в таком случае. Проект интересный. И отдельный привет Олегу Резнику с Солнечного Кипра, который уже много лет помогает нам с техническими обучениями и проводит их для всех русскоязычных партнеров по всему миру. Олег, спасибо. Ну и, надеюсь, Елена тоже передаст наши наилучшие пожелания. Друзья, в принципе, в общем и целом на этом все закончено. Мы приглашаем партнеров, кто желает поучаствовать в мероприятии, может быть, что-то сказать, взять микрофон и камеру в руки, передать какие-то приветы, пожелания с Новым годом. Может быть, Елена еще тоже хочет что-то рассказать. В общем, не стесняйтесь, мы готовы с вами пообщаться, услышать ваши пожелания или, наоборот, какие-то хорошие вещи или плохие. А я пока посмотрю, что вы нам ответили. Может быть, пока вы будете рассказывать, уже успею непосредственно разобраться с результатами. Может быть, не успею. Получится. Олег Агапов не хочет с нами разговаривать. Жалко. Напишу текстом. Всех с Новым годом, всем повышение продаж, новых впечатлений. Спасибо. Партнеры хотят, чтобы нас поздравил с Новым годом Энрико, наш ивент-менеджер. Я думаю, что всем, кому надо, можете лично поздравить. Друзья, я знаю, кто единственный ответил на все 7 вопросов. Олег Белимов из Казахстана, из города Алматы. Олег, мы тебя поздравляем, рады за тебя. Основной приз
конечно же, тебе пошлем. Ну, так вот в прямом эфире посчитать конкретно, высчитать, кто занял второй, третий и так дальше места, я, честно, сейчас просто не могу. Наверное, к описанию видео на YouTube мы эту информацию добавим. Ну и, конечно, лично оповестим всех, кто участвовал, тоже о том, кто получит поощрительные призы. Ну а сегодня у нас какой-то день Олега. Вспоминали Олега Резника. Олег, Алматы, тоже привет. Ну и, кстати, на следующий год запланировано много обучений, которые будет проводить Олег Левицкий, наш тренер компании «Апиматика». Очевидно, здесь нужно еще раз отдельный привет передать Олегу Агапову, платиновому партнеру компании 3CX в России. Вот так вот интересно все совпало. Друзья, коллеги, мне больше сказать нечего. Всем спасибо, всем хороших новогодних праздников и рождественских. Отлично желаю закончить Новый год, сделать еще продаж за эту неделю самую активную в году. Я, наверное, отключаюсь. Если кто-то хочет еще сказать, мы пока здесь. Большое всем спасибо, коллеги. И я желаю вам всем тем, кто еще не выполнил свой таргет, выполнить, получить приятный подарок в виде бесплатной лицензии, соответствующей емкости. И всем большой удачи. Я желаю, чтобы этот следующий год, Новый год, был для вас еще более удачным. И постараюсь помочь вам с вашими запросами, проблемами. Пожалуйста, делитесь новостями. Всего доброго.